Рикардо. Черт. Рикардо! Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем! Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему блин. Нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Блин, топ за заново, да. Верлин отправила новое сообщение. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Правильно, с ней поначалу энергии. Или мне все же сюда надо было идти? Центр связи Сиксон, блин, через них проходить. Блин, мне бы сохраниться просто, чтобы не идти до сюда бы. Хотя, подожди-ка, загрузка от сохранения? Нет, загрузка от не сохранения, нифига. Мне бы сохранялку тут, я просто бы все бы бежал бы. У нас проблемы. Да я знаю. Пришли парни из Сиксоновской службы безопасности с пушками. Я спрятался под стол. Что им нужно? Торренс. Они слышали сообщение. Хотят связаться с капитаном, а потом наверняка угнать корабль. А смогут? Ну, внешней связи-то нет. Просто держись от них подальше. Это люди опасные, отчаянные. Три, давай, чуть осталось-то. Там идет то, что они не слышали, что я. Ну. Что тут спокойно ионным языком все пропилил. Давай, Василина, хватит, давай, открывай, ну, давай, толкай дверку. 77, откройся. А, вот для чего эти ходы-то были, незаметно вообще все пройти. Если у тебя вообще пуль нету, да, как я понимаю. Даже узнавать не хочу, кто это.
Орбитальные стабилизаторы функционируют на 80%. Да иди ты, блин. Рикардо, Рикардо. Ладно, план Б. Из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Мы скоро рухнем. Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Верлин отправила новое сообщение. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Мы можем забрать выживших? Я держу канал открытым, отбой. Просто давай, смотри, как села. Сейчас возьмем фрай, бежимся, расфигачимся, все. Думаю, это плохая, конечно, идея. Да ёпрзо ты, нигде так не пройдешь, но нельзя быть. Рикардо! Рикардо! Рипли, из-за взрыва у нас полетели орбитальные стабилизаторы. Ладно, что у нас тут еще есть? Мы скоро рухнем. Я пытаюсь вызвать Торренс, но связи по-прежнему нет. Шлюз госпиталя выведен из строя. Вся надежда только на Торренс. Верлин отправила новое сообщение. Севастополь, вы слышите? У вас с правого борта взорвался корабль. Орбитальные стабилизаторы с этой стороны просто снесло. Нам некуда причалить. Что у вас происходит? Ничего, война происходит. Война происходит. Я держу канал открытым, отбой. Что надо делать? Значит, светошумовую гранату делаем. Корабль.
мне все надо. Аккуратненько обойти, их убить и ничего плохого не делать. Были бы еще бы сохранялки, было бы вообще не мечать. Просто нет, здесь ни единой сохранялки, я не знаю, где даже сохранить, чтобы, если что, зареспаунится в новом месте. Единственное, что есть, это тут пуля для дробовика и жетон, который тоже не нужен. Ну, да, пуля для дробовика, ладно, нужна. Или револьвер сейчас выпал. Просто что потом делать? Куда мы убежим? Эту дверь мы откроем. Открыли-то открыли. Там дверь мы открыли. Открылся полочек. Какой человек сидит и прячется. Ну, конечно. Орбитальный стабилизатор функционирует на 80%. Полностью, да, ты что у нас? Полностью, конечно, спустя. Да, мы полезли, нам пофиг, мы полезли, мы уже спрятались. Они не знают, где мы, и мы не знаем, где они. Прям что очень неудачное место, да? Тут сохранение, вы издеваетесь. Если тут все это будет локация без сохранения, я вас убью. Дайте мне зайти в терминал, посмотреть, что там есть. Стабилизаторы функционируют на 60%. Забери, пожалуйста.
О, привет, друг. О, сундук с сокровищем. И чё без сокровища? Рипли, привет. Слушай, Марло все еще авторизован на этом компьютере. Если бы у нас были координаты Торренса, мы бы направили спутниковые тарелки вручную, обошли бы Аполло. У пульта управления спутниками есть обсерватория? Да. Так ты можешь вычислить координаты Торренса. Я открою тебе дверь. А они там будут, люди, или нет? Орбитальные стабилизаторы функционируют на 40%. Вызвать лифт, спасибо. Центр связи. Револьвер и один болт. Ой, не в ту сторону, да. Две пули, а их трое. Перепрыгнуть. А, нет, трое, три пули. Чёрт. Ладно, их троих можно было спокойно бить. Мой косяк. Чёрт, не могу обойти. Ладно, девчонку мы бьем с болта, потом револьвер, потом еще один револьвер и все. Чего? Угу.
не могу обойти блокировку. Работай. Корабль сам в руки при... Аполло не пускает. Попробуй опять коды. Надо молить. Или надо их вообще обойти, подожди. Может, дымовую шашку получится кинуть. Черт, не могу обойти блокировку. Корабль сам а пола не пускает. Попробуй опять его. Ладно, ладно. А, ну у меня в обсерватории, у меня в другую сторону. Не, по идее, можно было бы их убить спокойно. Ну пусть они живут теперь. Так, чтобы пару дней. Их же все равно чужой достанет. Привет. Патрон для дробовика, ух ты. Найти торт на системе отслеживания. И такой вид огня. Ну, солнце красивое. Все. Новая игрушка. Что-то тут изменилось. Мы стали подниматься выше, это все, что мне понятно. Следующий... А, еще что-то сканирование космоса. Слава богу. Рикардо, я их нашла. Теперь надо вручную направить тарелки на Торренс. Ясно. Иду наружу. 35А. 75Б. Запомнить надо. О, давай. Я жду. Спасибо. О, есть!